Йо-йо-йо, DNDTV. Начинаем свой пиздеж напротив городской думы. Государственный, блять, городской нахуй. Ёпта, не очень, блин, постоянно здесь тусую, до сих пор ничего запомнить не могу. Ну, такое, IQ, ну вы поняли какое. В минус оно ушло. Народ все так же тусует. Блять, солнышко, шикардос. Еще бы ветерочек потеплее было бы, вообще все новым было. Снимаю на GoPro обычный Hero. Там, 2018 года. Имейте в виду, заебись, снимают. Могу рекомендовать, стоит вообще там в пределах 15-13 тысяч, что-то такое. Йоу. Памятник Карлу Марксу. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот это, чувачок придумал марксизм. Книгу выпустил. И нормально так, пропиарился. У него, видимо, хорошие эти, как его, были люди, кто занимались пиаром. Накрутили ему лайков, подписчиков, и вот он остался в истории. Блин, ребят, вот центр, вот что-что, никогда не спит, постоянно в движухе. Хотя сегодня, ну, будни, есть синхрон, что должно быть все в движении. Но такая движуха даже ночью бывает. Видите, сзади меня, там мусорская тачка стоит. Меня здесь как-то штрафанули на 500 рублей за переход дороги на запрещающий знак светофора. Короче, на красный свет я пошел. Но здесь обычно машин мало ездит. Я, блин, по привычке как и шел, так и шел. Короче, иду, пиздую, что-то весь в желтом. Мне такие хлопочки, здрасте, туда-сюда. Ну и чпокнули меня, конечно, на 500 рублей. Заплатил до, там, ну, раньше 20 дней что-то, или 2 недель платишь, то 50% скидка. 250 рублей у меня вышло. Вот это вот, блин, мой проход на запрещающий сигнал светофора. Вы поняли, да? Лучше бы с коррупцией боролись. Ладно, пусть вам. Джоус Паб. Торговый центр Наутилус, Лубянка. Вишневый сидр. Ваше здоровье всем рекомендую. Ну, прикольное место. Вот здесь такой вид открывается. Вот такой вот вид на Лубянку, на КГБ. Движение здесь такое. Помню, когда чемпионат мира был. Блин, такой здесь движняк был. Ну, было прикольно, но в этом году уж точно такого не будет. Но я надеюсь, какие-то туристы точно сюда приедут. И также будет весело. Сегодня у меня что-то необычное на канале. Аэрозоль. Сегодня будет обзор у нас на новые кроссовки Air Force, Nike-овские. Сейчас будем чекать их. Короче, у нас есть Nike Air Force первые утилити. Размер для хоббитов. Видите, да, сами? Сколько стоили они? 11 тысяч. Выглядит вот так вот. Не битые, не крашеные. Вот такие. Это новые, кстати, 2019 года модель. Вроде как United States of America написано. И у них такой вот зиплок вот этот прикольный. Сейчас будем их одевать. Происходит замена старых Найков на новые. Чек. Блин, я снимаю. Метро? Метро там. Одеваем Найки. Чего я испугал? Вот здесь вот такая вот штука. Опа. Все, зачекали. Сейчас оденем вторые. Покажем, как смотрится на ноге. Ну, смотрите, ну прикольно. Вообще прикольно. Ну все, мы одели, ну-ка встанем, покажи. Во, вот так вот смотрит. 12 тысяч вроде стоят эти кроссы. Ну, как бы, 11 с хуем. Короче, сейчас происходит в Москве Fashion Week, и это пиздец какие фэшн-кроссовки. Так, мне надо вот такую. Во. Вот такую фотку. Вот эти вот кроссы, короче, что-то необычно на DDTV. Сейчас определили самые главные вопросы. И пофотились. Вот здесь вот пару фоточек оставлю, таких оперативных. Ты, бля, не выкладывай эту хуйню на YouTube. Не-не-не, я не буду выкладывать эту хуйню на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, пацаны. Вот. Здесь есть прикольные места. Я что-то сейчас только узнали про это. Пару фоток своих оставлю, вот. Палить не буду человека. Есть такая улица, Лаврушинский переулок. Здесь как раз-таки, идя по ней, можно попасть на Третьяковскую галерею, в основное здание. Вот так вот идем по прямой, и по правую сторону будет как раз-таки Третьяковская галерея. Там, когда происходят какие-то выставки, очередь пиздец выстраивается на улице.
ну, в метров 200. Зимой не рекомендую туда ходить. Потому что, ну, а смысл жопу, чтобы жопа мерзла? Покупайте онлайн билеты, так легче. Можно заплатить за билет картой тройка. Ну и вот она сама, Третьяковская галерея. Вот здесь вот бойцуха, памятник Третьякову, наверное, хуй его знает. Вот такое вот здание. Внутрь заходить не буду, потому что уже поздно, мы проебали все, как говорится, тайминги. Сейчас я нахожусь на территории, называется церковь Николы в Пыжах. Вот такая вот церковь, сейчас мы на нее посмотрим. Вот так вот все это дело выглядит. Что хочу сказать, вроде она более-менее такая свежая. Реставрировали точно не в этом, не в прошлом году, может, в 2017. Но вроде все нормально, побелка целая. Чуть-чуть есть вот такие вот, здесь такие вот подтеки, но неплохо, неплохо. Купол, как мы можем видеть, один там позолоченный, остальные не позолоченные. Не знаю почему, но вот такой центровой только позолоченный. Остальные тоже могли позолотить. На будущее, как проект, можно чуть-чуть, как говорится, обновить, сделать более-менее так поярче все это дело. И будет все очень круто. А так, ну, неплохо. Находится рядом с Третьяковской галереей, с метро Третьяковская рядом. Неплохое место, можете приходить, пофоткаться. Очень интересно. Ну вот она сзади меня. Смотрится хорошо, мне нравится, нормально так. Чистенько, опрятно, белое. Это мы сейчас идем по улице, Большая Ордынка. Так, уже вечереет. Блин. Вот. Так, идем сейчас мы по улице Большая Ордыночка. На Большой Ордынке это такая очень историчная улица. Очень много таких исторических зданий, даже вот, видите, сзади меня. Они выглядят... Ну, они повидали, на самом деле, жизнь. Стреляные воробьи, прямо... Мне нравится, очень нравится. Вот, смотрите, идем. Здания такие небольшие, этажей немного. Вот здесь какое-то граффити старинное. Найс. Вот смотрите, как выглядит. Очень круто. Сейчас, когда деревья позеленеют, здесь будет очень красиво, очень круто. Даже стена какая-то такая есть небольшая. Здесь посольство Республики Камерун. Тоже на Большой Ордынке. Слушай, ну я как-то здесь не особо часто ходил. Мне прямо чуть-чуть в новинку все это дело. Сразу видно, что вся территория здесь была обновлена перед чемпионатом мира по футболу, который происходил в Москве в 2018 году. Здания обновлены. Прямо видно по ним, что они такие обновленные. Найс, найс. Согласитесь, да? Хорошо выглядит. Слушай, ну круто, круто. Вот здесь вот еще какое-то здание со шпилем. Еще вышли на какую-то территорию. Здесь тоже церкви. Сейчас уточню, что за улица. На Большой Полянке мы сейчас находимся. Тоже очень историчная улица сама по себе. Здесь много церквей также и старых зданий старой Москвы. И вот здесь вот прикольные квартиры, козырное место, честно говоря, я вам скажу. Можем видеть тоже очень старую церковь, называется церковь Григория Неокесарийского в Дербице. Если я правильно прочитал, то вот так вот эта церковь называется. Ну, в ней прямо видна история. Вот прямо вот в каждом витке, вот в этом вот архитектурном. Ёшкин кот. Ну, круто, круто. Смотрите, какой замечательный вид сзади меня. На этой прекрасной ноте заканчиваем мы этот влог. Подписка, ставьте лайкусики. Бум!